стартовала очередная кампания по декларированию доходов физических лиц. Не позднее 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году. Подать декларацию следует в налоговую инспекцию по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Перечень доходов, подлежащих декларированию, перечислен в специальном разделе сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации.